have ways of blowing things up. We're doomed! Doomed! Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, это Doom Eternal. Я тут немножечко поколупался, в менюшке поменял цвет хада. Не знаю, почему это просто мне понравилось. Прежний был какой-то прям такая тема из Чужого или из Хищника. Короче, не знаю, что-то мне такое зеленое напоминало. Пойдемте сразу в компанию. Сразу вам скажу, это уже раз 15-й, когда я запускаю игру. Поиграть я не поиграл. Я запускал вот этот первый слот, там был вступительный ролик. Вступительный ролик мне пришлось скипнуть. В саму игру я еще не видел, давайте просто тупо на новый слот выберем сложности. Сложности я тут уже пролистывал. Тут какая-то невероятная фигня творится со сложностями, потому что по сути есть изичный, есть тяжелый. И все остальное это супер тяжелые, короче, тут прям вот это вот на количество жизней, это. Вот, пойдем мы на вот этом уровне сложности, потому что слишком на изичном, ну это, блин, вообще не знаю для кого. А, и тут сразу идет ультра-насилие. Вот тут уже предупреждают, что мы будем подыхать часто. Так что давайте, поехали. Почему, собственно, вся эта билиберда творится? Я не смотрел ни одного ролика, ни одного анонса, ни одного геймплея, поэтому я не знаю, есть ли тут русский язык или нет. Я уже перекопал все опции, и я не нашел, поэтому все выглядит на английском. Давайте, что, как бы, что получится, я вам переведу. All the wickedness that mankind can produce, we will send unto them. Only you. Короче, против... Rip and tear until it is done. Против всего зла, ада и человечества мы посылаем тебя, иди порви всех нафиг. Ладно. Так, насчет звука. Ад открылся на земле, да? Собственно, как я и говорил вам, как бы до этого, но это. Очень успешно не записалось. Нам нужно молиться, братья. Игрушка ж... Собственно, а вот и мы. Nearly 60% of our planet has been consumed by the invaders. We have the Hell Priest signal locked in. The target is marked, but the signal will not hold for long. Who it is he that they fear? Not man, or his armies. They fear the mark of the beast. Вы этого не видели, но я сейчас стоял и качал, ну, стоял, сидел и качал головой. О! Я понял, чувствительность. Спасибо. Так. И, это хорошо, секунду, ребятки. Так, мы снова в деле, все-таки чувствительность мыши...
было... Ну, я изначально в менюшке подумал, что она слишком неправильная. Glory Kills. Так. Когда близко, нажимаешь и... Так, это понятно. Это прикольно. Это прикольно. Так, мне нужно патрончики-то... Патрончики взяли. А, это мне хпшку восстановили. Короче, да. Игрушка, как и раньше... Так. Что? Туториал, C, Chainsaw, ага. Ей нужно топливо, бензин. Вот это красиво. Вот это прям неплохо. В общем, игра поощряет такие вещи, я так понимаю, это хорошо. Стоп, и что вы от меня хотите? А, вот так, я понял, хорошо. Двойной прыжок, space, jump in there, потом еще раз space, я вас тоже понял. Хорошо, а, это мы вот все. Ясно, понятно. Бронька 25, ясно, понятно. Все максимально просто. Ты кто такой? Weapon mod selection. Так, это прилипающие бомбы. Что мы откроем, вы имеете в виду, да? Так, это полностью автоматический. Transform combat shotgun to full automatic weapon. Неплохо, кстати. А это превращает в... Я, наверное, вот это возьму, да? То есть... А как мне это сделать? Upgrade. А, вот так, все, я понял. Давайте возьмем вот этот. Я не знаю, мне кажется, сейчас это более, потому что так я буду слишком быстро тратить патроны. Активировать мод, нажмите маус 2, а потом маус 1, все, я вас понял. Поехали. Неплохо, это работает. Пока мне это нравится. Пока мне это очень все сильно нравится. Что мне единственное не понравилось, то что игра ведет себя... Я понимаю, она свежая, она только релизнулась. Ну, беседка, камон. Я пытался начать запись. Не знаю даже сколько раз. Опс. Кому-то прилетело. Нет, такой стиль прохождения, он интересный. Оп, 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 разрезали. Ау. Ё-моё, а тут разносят. Прям разносят, прям тяжело становится. А это начало игры, короче, надо привыкнуть. Давай, чувак, хпшку дай мне. Ясно, понятно. Мало патрошек. Давай, мы кого-то распилим. Мало патрошек, распили кого-то. Это же простая математика. Игра поджигает с первой секунды. Че я взял, так что не знаю.
Зачем я избиваю их вручную? Никто не подскажет. Неплохо. Так, ребят, я пока не особо соображаю, что происходит. Я же говорю, как бы игра 16-го года. Стоп. Надо лучше стрелять. Игра 16-го года прошла мимо меня. Я ни разу в нее не играл. Я не понимаю сейчас особо, что происходит, поэтому уж извиняйте. Что такое? Это можно взять или это меня убьет? А, это можно взять. А, так, это можно почитать. У-у-у, ребяточки, Hell Barges. А почему? Нет, я понимаю, что оно тут листается. Как мне тут его... Enter... А, серьезно, вот так. А вот и картинка. Прикольно. Все, понял, как это делается. Я говорю, что игра очень сильно заточена под... Подрезкое прохождение такое. Опять же, я очень старался не видеть ни один ролик, связанный с этой игрой. Старался уберечься от спойлеров. Не смотрел ни прохождения, ни анонсы, ничего. У меня просто была дата релиза. Все. Это все, что у меня было. Поэтому я сейчас дофига чего не буду знать, что происходит, и как, и где, и зачем. Ох, как красиво. Твою за ногу, ты чё такой маленький? Demonic consumption of Earth has been reduced by 36.8%. There are two hell priests remaining. Еще два жреца осталось. Так, это другой уже, хорошо. Вот почитать можно. Можно посмотреть картинку. Да, вот картинка. Окей. Мне в эту штуку не стрелять же, наверное, да? Я же ее только поцарапаю, максимум разозлю. Ой, дайте мне такую штуку. Я забыл про стики-бомбс. Так, фулл-аута я не могу сделать, да? А что я могу? Ничего не могу. Я могу как-то второй раз... А, могу! Да что вы мне тогда... Все, дробаш у нас прокачан. Я что-то изначально нажал, не получалось. F... Ага, F для переключения модов. Я тебя понял. Это у нас гранаты. Это у нас автоматический режим. Все, я понял. Что я взял? Я броню взял. Хорошо, тоже подходит. Да, маркеры. Это я знаю. Кстати, если нажать Alt... А, мне покажется, собственно, что именно нам нужно. Я понял. Зеленые мы пробиваем. Все. О, здравствуйте. Это мне к вам идти, что ли, да? Короче, пилу нужно держать на те случаи. Можно и так. Пилу нужно держать на те случаи, когда у тебя тупо заканчиваются патроны. Кто меня фигарит? Я не пойму. Не туда. Так, F меняется, да? Ну, плохо, можно вот таким вот образом с ними разговаривать. КПшки мне, конечно, это не прибавляет. Зато с тварями можно поговорить. Нет! Фу, блин, меня это не бьет хотя бы. Я тут где-то... А, патрончики я взял. Все, я понял. От падений у меня никакого урона нету, да? Да.
А мне с ними и не надо было сражаться, да? Хорошо, слабые почки. Слабые почки! Слабые точки. Хорошо, они подсвечивают. Они нам. Чтобы ты по ним наносишь экстра дэмэдж. Хорошо, это надо изучать этих тварей, да, получается? Здравствуйте, а чем вы так резко? Я понимаю, что я играю не так, как игра задумана, блин. Но я не знаю этой игры. Так, у него явно хвост. Он меня убил. Ну, понятно. Спасибо. Чекпоинт. Да, ребятки, еще такая фишечка в том, что игра ни в коем случае не хотела записываться бандикамом, то есть той прогой, которую я записываю обычно, поэтому сейчас качество записи будет немножечко хуже, так как мне приходится записывать другим. Отдай хпшку. Хпшку! Солдаты, которые уже инфестед. Минус. О, я вас понял. Они же будут появляться, пока я штуку не замочу, да? О, ни жизни, ни патронов. Здравствуйте. Мало жизни, мало всего. Вот это было красиво, сейчас не спорю. Так, в общем, игра настаивает опять же на том, чтобы ты проходил быстро и красиво. Прям неплохо, но жизни у меня опять мало. Потрошки. Так. Минус. Капельсочку взял. О! Блин, на добивашку не успел, жалко. Добивашка с этой штуки была бы красивая, я думаю. Неплохо. А, ну да, надо было эту штуку и убить. Я не знаю. Пока что темп немножечко, честно, вот скажу, немножечко быстроват для меня. О, бензопила. Не потому, что я такой слоупок, хотя и это тоже. Дело в том, что я давненько не играл в такие быстрые игрушки, и тут надо попривыкнуть. А игра этого сделать не дает. Они такие... Нет времени, короче, давай, вперед. Weapon wheel. Хорошо, это я понял, спасибо. Тяжелая пушка. Выглядит как хорошее оружие. Посмотрим, как оно будет. На него опять же сейчас моды надо будет надевать, я так понимаю. Так, нам сюда. А это выглядит как арена. Прям вот точно. Ты кто такой вообще? Зачем это? Автоматическая станция. Находя автоматические станции, откроет вам район на карте. Вы можете... Смотреть на карту, нажав Tab, спасибо, учту. Автокарт также поможет вам Tab. Да ты что? И у нас тут еще и реверсивное управление на Tab. Я оценил, спасибо. На самом деле не очень. Короче, ребятки, пока что все круто, черт побери, и хорошо.
Во! А вот это неплохо. Автоматическая пушка прям жжет напалмом. Можно так потихонечку их подтыркивать и... Они сражаются друг с другом. Смысл мне тогда убивать вот этих? Я понимаю, что потому что они тоже меня мочат, но они мочат еще и демонов. Хотя они сами демоны. Короче, добивание — это прикольная тема. Когда этим правильно пользуешься, твою за ногу. Пытаемся получать хпшку с этой штуки. Хпшки опять мало. Да! Это было неплохо. У меня на дробаше мало патронов, если что. Ты кто такой? И как туда пробраться? Мало патронов. Я знаю, что мало патронов, ребят. Знаю. Если что. Мне нужно кого-то бензопилой расфигарить, я понял. Take a moment to look around you. Witness the beauty of the world we have created. Да-да-да, вы создали, я все понял. Слушайте, ну, выглядит все это красиво, я не буду спорить. Даже не попытаюсь. Здорово, чувак. Мне кажется, нам пора познакомить тебя с пилой. Пак-пак-пак-пак-пак. Игра прям такая говорит, настоящие мужики разбираются со своими врагами лично, просто подойдя и ударив его в морду там. В смысле, а ты сдох, вот ты зараза. Неплохо. Неплохо. Фу. Это у меня автоматический дробаш был, да? А, нет, это было... Ну, вот тут вот у нас был... Да, автоматический дробаш. Давайте поменяю его на гранатомет. Так, ладно. Куда нам? Туда, что там? Ну, я понял, тут надо разломать. Давайте сейчас... Опа! Здравствуйте. Так проще. Ты нормальный вообще? Взял, убежал от меня такой. Не пойду, не пойду. У них звуки похожи. Ну куда ты лезешь? Я только сейчас понял, что у них звуки похожи на этих, на зомбаков из... Блин, как это игрушка-то называлась? Из Need for Kill, короче. Ладно, сюда. Ну что там? И зачем нам туда? Этажом выше. То есть вы мне предлагаете как-то забраться туда наверх. Здесь как-то, нет? Нет, не здесь. А где? Тройного-то прыжка.
Здравствуйте. А ты тут куда взялся? А, вы мне предлагаете тут подняться, потому там и враг появился, да? До свидания. Итак, да, вот, лазни по стенам. The slayer can touch walls. Ну, давайте попробуем. Да, неплохо это сработало. Как бы, с чего бы это не сработало-то, да? До свидания. Не знаю, такие вот добивания кулаками. Блин, мне больше нравится, когда он разрезает, там, разрубает. Творится всякая фигня, лютая дичь. А вот эти быстрые ребята мне не нравятся больше всего. Оп, вот это неплохо сейчас было. Вот это сейчас было прям хорошо. Вот тут творится беспредел. Если что, так-то у меня патроны заканчиваются по-хорошему. Нет! Короче, ну да. Мясо, мясо, мясо! Это прям уровни, как в этом. Взять ничего не осталось. Твою за ногу! Блин, он меня зарубил, конечно. На самом деле это было довольно быстро. Не то, как он меня зарубил. Давайте, последний чекпоинт. Где он, кстати, был? Нет! Или... Ну не отсюда же! Не может быть отсюда! А, ну фу. Потому что это было бы слишком жестоко. На них эта штука не особо-то влияет, да? Воу-воу-воу-воу-воу! Он, короче, такой... Взял и скончался! Есть. ХП-шку-то себе вернул. Мало патронов. Это плохо, что мало патронов. Дай патронов, чувак. Да, короче, таким образом можешь все патроны восстанавливать. Ну падай уже. Сдохнуть не хочешь, не? Неплохо, хорошо. Давайте так. В общем, вот такими взрывными штуками оно неплохо так. Не, не этим, вот этим надо, чтобы хп-шку восстановить. Короче, некоторые оружки просто слишком сильны, и приходится стрелять слабым боеприпасом, чтобы можно было себе хп-шку восстановить. Ау, 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 не надо. Вот, вот этому чувачку надо. Мало патронов. Следующего чувака надо будет разрезать. А как пройти?
Стоп, а как мне там проходить, не подскажете? А, вот так просто? Хорошо. Ай-яй-яй, да больно же. Да что ты делаешь, больно? Так, потрошки. О, улучшалка. Да, воспользуйся. Итак, Prison Bolt. Полуавтоматические... Та-та-та-та-та. Сильными этими стреляет, я понял. Микроракеты? Ну-ка. Давайте вот это хочу. Микроракеты, это тема. Почему бы нет? Мне нравится. Мы что, уезжаем отсюда? А, нет, ну вряд... Хотя, если тут что-то работает, уж не знаю, вряд ли это работает. Да, птичку я заберу. Патрошечки я заберу. Опа. Фраг гренейд. Угу. Контроль. Контроль, да? Хорошо. Давайте, я не против. О-о-о, слабые точки. То есть грену внутрь этого чуваки. Я вас понял. Хорошо, поехали. Попробуем. Давайте тогда гриномет, что ли, возьму. Вы мне предлагаете туда выходить, вы серьезно? А! Это было глупо. Я вас понял очередной раз. Мне нужно просто зацепиться за эту штуку. Здравствуйте. Так. Уйди от меня. Опа! До свидания. До свидания. А, он просто сдох от этого. Молодец. Куда ты прыгнул? Зачем ты прыгнул? Стой, вы же должны с ними тоже бороться. Честно, так бы по-хорошему оружию, патрончиков-то побольше, чтобы можно было с собой носить. И все было бы просто супер. Вот эта красивая добивашка. Приходится сейвовенько играть, жизни заканчивается прям... Блин, такие патроны заканчиваются. Надо кого-то распилить. Или достать вот такую штуку. И вот так вот сделать. Вот так. Вот так, например. Ой, не-не-не-не-не-не-не, я не хочу вот эту гадость. ХП! Здравствуйте! До свидания! Аптечка, я тут ее видел, да. ХПшечка. Иди сюда, куда ты побежал? Я тебя тут видел. Отдай мне жизни. Тварина, тебе все равно уже не понадобится. Наконец-то на лопнет. Фух, это было жестко сейчас. Ну, еще одна. Откуда ты тут взялся? Так, надо распилить кого-то, у меня хп и боеприпасы заканчиваются. Неплохо. Понял.
Стой, 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 я пошутил. Давай гренометом его сейчас попробуем ужахнуть. Все, он слился, да? Давай сюда, давай сюда. А что это за зелье, которое я собираю? Или не собираю? Так, хорошо. Ракетомет, слушайте, себя неплохо показал. Хорошая штуковина оказывается. Ох ты ж, какой там титан вообще крутяк. Нам сюда. Ёбарас это. Пойдемте сюда. The UAC would like to thank you for your support during this transition. Your suffering continues to inspire us. Your suffering. Ваши страдания продолжают вдохновлять. Ой, ёж ты, моёж ты. Давай, глазик сюда. Все, до свидания. Слушайте, вот эта тема с гранатой хорошо работает. Мне нравится. Куда нам? Я не вижу точку. То есть эта точка где-то... Она вообще сюда? Не знаю. А зачем? А куда? Да нет. Вот это вы меня сейчас... Чувствую сейчас каким-то этим железным пауком, он такой тык-тык-тык-тык-тык цепляется. Не, надо вот этим их мочить. Дробаш по ним слишком сильно бьет. Они слишком быстро вздыхают. Он неплохо так репы такие забивает. Так, давайте по... Я что-то пропустил? Возможно. Возможно, вполне возможно. Кто хочет, можете почитать. Вот вам даже картиночка. Вместе мы выживем. Не знаю, как вместе. Мне бы тут одному хотя бы... Хапешечку, чувак. До свидания. Во время добивашки он же не появится, не по... Хотя... А что ты такой быстрый? Неплохо. Не знаю, чего от них ожидать. Ладно, поехали. Этот слился неплохо. Я успел среагировать. О, как хорошо я зашел-то. Минуточка, на этом у меня заканчиваются патроны. На этом их 16, можно будет вернуться подобрать. А, насчет патронов заканчивающихся. Все гораздо проще. Тут есть поднаводочка, типа. То есть не обязательно... Можно сделать вот так. Так, 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 ребятки, хорошо. Грена перезарядилась. А, грена у нас таким образом работает. Ой, чекпоинт достигнут. Ха-ха, спасибо. Минуточку, выходи, чтобы я туда упал? Блин, на самом деле... Не, ребятки, давайте тогда, я даже не знаю, давайте тогда пока что на этом все, я не знаю, как она там заруба пойдет дальше, пока чекпоинт, я хочу немножечко выйти, осмотреться, сама игра, очень крутая и динамичная, но само то, что она у меня вылетела раз в 8 за то время, пока я пытался запускать, и, собственно, в процессе той же записи, возможно, вы даже где-то видите склеечки, То, что беседка сейчас творит, ну, короче, мне не очень нравится. Ладно, ребятки, давайте пока что на этом серию мы с вами закончим. Увидимся в следующей серии.
Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.